берем отзыв у нашего клиента Ларисы. Сегодня у нее еще день рождения, юбилей. От всей души поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам крепкого здоровья и счастливой жизни в нашем поселке. Лариса, расскажите, пожалуйста, какие ваши впечатления о жизни в вашем доме? Вообще, что вас подвигло на то, чтобы приобрести дом частный? Мы в свое время с детьми отдыхали в Анапе. И нам понравилось. Я смотрела в интернете «Стройгарант Анапа», мне понравился морской поселок. Мы приехали сюда, нас встретил Константин Викторович, провел нам, показал. Ну, на тот период у нас не хватило средств, чтобы сразу забронировать и начать строительство. Немного погодя, он нам позвонил и сказал: «Я вам предлагаю не в морском, Звездный». Мы согласились, выбрали проект дома. Еще нам очень понравилось, что нам предложили любые изменения, которые мы хотим внести в этот проект. Подстраивали все под себя. То есть в том доме, который мы выбрали, было 2 спальни. Мы сделали 3 спальни, уменьшили кухню, гостиную, сделали ее меньше. Ну, нас она устраивает. Мы с мужем вдвоем, все хорошо. Удобно. Очень удобно, да. Очень большая терраса. Начали строительство дистанционно. И договор дистанционно по интернету, и оплата тоже дистанционно. Никаких вопросов не возникало. Были какие-то страхи, может, или вы были полностью уверены? Да не могу сказать, что была полностью уверена, но я была готова. Почему-то мне казалось, ну, то, что я, скорее всего, уверена была в этом, то, что все будет нормально. Ну, не может же со мной быть плохо, так я думала. Вот. И действительно, все получилось хорошо. И так как еще мы только в начале строительства Звездного участвовать, нам сделали подарок – подвал в доме бесплатно. Но это уже для моего мужа большой бонус. Ему это понравилось. Спасибо, что вы выбрали нашу компанию. Нам это очень приятно и ценно. Комфортно ли вам вообще находиться вот в этом поселке? Да, мне здесь очень нравится. Во-первых, очень красивые дома. Вот как съезжаешь с трассы и понимаешь, что самый красивый поселок – это наш. Рядом, если что, остановка. Можно в любое время куда угодно поехать. Ну а так, тем более вот нынешняя непогода показала, что мы в очень выгодном положении со многими нашими хуторами и поселками. Спокойно соседи пережили, у меня хорошие, да? Спокойно пережили. Соседи у меня хорошие. Мы с соседями очень хорошо контактируем, помогаем друг другу, общаемся. Все хорошо. Лариса, расскажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то пожелания? Пожелания, как у любого новосела, чтобы было комфортные дороги. Вот как показала нынешняя погода, ливневки должны быть обязательно. Желательно, чтобы в поселке магазинчик, аптека была, чтобы все было в шаговой доступности. Тогда будет очень удобно. Расскажите, пожалуйста, где вы раньше жили, в каком месте, в каком городе, как произошел ваш переезд? 20 лет мы прожили в городе Саратове. Сначала у нас была квартира, потом мы построили себе коттедж. Все как бы неплохо, но что-то, чего-то не хватает. Я поняла, что мне не хватает юга, моря. И тогда я начала смотреть в интернете южные коттеджные поселки. И получилось вот, что выбрала «Стройгарант Анапу». Отсюда пошла вся моя история. У вас еще участок есть? Вы там занимаетесь, огораживаете, что-то садите? Конечно, обязательно. Помидоры, огурчики, арбузы. У нас 7 больших арбузов растет. Цветы очень неплохо. Мы все проверяем, потому что мы же не знаем, что здесь, как хорошо будет расти. Вот очень хорошо растут здесь цинии. Я посадила. Тюльпаны неплохо тоже. Но остальное время покажет, как, что будет. Ну да, только начинается. Да, посадки-то все сделали уже, плодовые деревья. Ну, они маленькие еще. Был первый персик. А на самом деле, первое мое впечатление было, люди очень доброжелательные. С любым вопросом обращаешься, всегда с улыбкой помогают. А особенно я, конечно, благодарна нашей заведующей ФАП. Когда я заболела, она все сделала так, как, чтобы выздоровела. А что вы можете сказать о наших сильных сторонах нашей компании? Во-первых, я могу уже сравнивать строительство наших домов и строительство соседнего поселка. Мы уже с мужем смотрим и понимаем, что наши дома более добротные. У нас они более сейсмоустойчивые, чем те. Ну, начала разбираться уже в строительстве. Светлый мой дом получился. Проект такой, да. И терраса была сделана именно на ту сторону, куда я просила. Когда я заказывала дом, я говорила, что у меня терраса должна быть только не на западную сторону, потому что в Саратове у меня основные окна идут на западную сторону, и мы там горим.
очень жарко. А здесь они походили, поискали, сказали, вот этот участок подходит именно под ваш дом. Вас он устраивает? Я говорю, очень. Но это все было дистанционно. То есть компания учла все ваши пожелания. И какие изменения только набирали мы по интернету. Мы хотим вот это, там, моментально. Сразу прораб на это дело фотографировал, присылал. Мы говорили, какие изменения. Следующая фотография уже, какие внесены изменения. Все, до сих пор. Вот сейчас еще мы приехали, не сделано было. Илья, да? Илья Анатольевич. Мы уже, считай, дом в октябре мы дом это, ну, вселились. Заселились. Но у нас не было, допустим, отдушины в кладовой, ну, топочной. Все, ему позвонили. Он буквально немного погодя, приходит товарищ, он его отправил, он сделал нам. Вот совсем скоро уже у вас будет целый год вашей новой жизни. Да. В чудесном светлом доме соберетесь с соседями скорее, да? Будете праздновать? Такое знаменательное событие. Не знаю, как праздновать, но обязательно... Мы обычно собираемся вот где-то возле кого-то на улице пока, но тепло же. Что в доме это? Правильно. А так мы всегда с друг другом общаемся. Вот прежде чем сюда прийти к Меджан, мы к тому соседу зашли, с ним поговорили, сюда к Меджан пришли, тут поговорили. Вечерами обычно, когда все приходят с работы, мы стараемся общаться, потому что люди, приехавшие из разных мест, здесь же из Камчатки много, и из Ханты-Мансийска, и из Кемерово, из Новосибирска, я со всеми познакомилась, потому что просто так даже, вот люди подъезжают, я подхожу и здороваюсь и знакомлюсь, здравствуйте, меня зовут Лариса, я из дома такого, а вы? И никто никогда еще не отказал ни в чем, всегда вот доброжелательно, всегда рады. Поэтому я считаю, что у нас это очень неплохой поселок складывается. Лариса, благодарим вас за ваш теплый отзыв. Нам очень это приятно, ценно. Еще раз от всей компании поздравляем вас с вашим прекрасным днем рождения. Долгих лет вам жизни. Спасибо большое. Будьте счастливы. Спасибо вам.